Ну что, октябрь месяц, начало его, все завалило, кругом чуть не сказал, снегом, осенними листьями, и гастроли в Ленинградской области у меня, в сторону по Мурманской трассе и так далее туда. Вау. Не выпускают. Умница. Ого. За кулисами. И Ленин такой молодой. Юный октябрь впереди. Красный. Так вот ты какой, конь в пальто. Ну что, к работе почти готов. Остался совсем немножечко кое-чего сделать. И написано «Шары надуты». А для вас это вверх тормашками. Все готово. Сцена подготовлена. Сейчас немножечко загримироваться, подготовиться и в бой, и в путь. Вот так питаются звезды. Новая Ладога. Сцена-зал. Себяшка. А сегодня я по совместительству света и звукорежиссер. Так получилось. Ну, бывает такое, когда артисты вынуждены садиться за пульт. Вот сегодня за пультом мастер. Хотел заснять жилье артиста. Ну, место для подзарядки электрокара своего. Оно есть. Дальше иду. Вот такие вот вагончики, бытовки со стеклопакетами. Оп. И вот так вот. Ну это да, это бардак, понятно, на чьей кровати, да? Просто и довольно-таки эффектно. Ну вот и подошел к концу еще один гастрольный забег. Все, по-моему, получилось. Зрители довольны, правильно? Да ведь? Все хорошо было? Все замечательно? Мне тоже понравилось. Пока-пока.